Всем привет, ребят! Добро пожаловать на обзор первого автобуса на моем канале. Это ПАЗ 2013 года выпуска. Стоимость данного автобуса составляет 1 070 000 рублей. Выражаю благодарность официальному дилеру ГАЗ Акос Челны за предоставление автобуса на съемку. Вот такие ключи. Давайте начнем. Водительское сиденье имеет дермантиновые вставки, а также тканевые вставки, черную окантовку, подножка. Садиться на водительское место не очень удобно. Двигатель здесь бензиновый, карбюраторный. Удивительно, как они могли снять 122 лошадиной силы, так мало. Контрольные лампы. Двухспицевое рулевое колесо. Гудок. Сейчас давайте включим фары. Дальний свет фар. Только на проветривание можно открыть механические регулировки. Толкаете в это стекло. Ручка. Также включим аварийную сигнализацию. Дюймовые диски. Здесь установлен 8-цилиндровый двигатель под углом 90 градусов, объем 4,7, мощностью 122 лошадиной силы. Максимальная скорость автобуса составляет 90 км в час, расход топлива в смешанном цикле это 20 литров на 100 км, объем топливного бака составляет 105 литров. Привод задний, тормозная система пневматическая, двухконтурная, с АБС, тип кузова несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки. Снаряженная масса автобуса составляет 4720 кг, полная масса 8060 кг. Галогеновые фары.
Задняя часть также открывается при помощи ключа, чтобы, например, помыть пол в автобусе. Запасное колесо. Подсветка номерных знаков. И сейчас, детально рассмотрев экстерьер автобуса, давайте перейдем к интерьеру. Открывайте при помощи ключа, соответственно. Ручка, вещевой отсек, водительское сиденье регулируется. Ремень безопасности, вешалка. Сейчас давайте послушаем, как звучит двигатель. Более знакомое звучание, кто ездил на пазиках, и также моторный отсек с этой стороны можно открыть. Моторный отсек. Одометр, цифровые часы. Максимальная скорость данного автобуса составляет порядка 80-90 км в час, не больше. Передний обдув стекла. Подсветка над водительским местом. И, соответственно, подсветка салона. АБС, подсосы, соответственно, потому что двигатель карбюраторный, открывание двери, розетка, четырехступенчатая механика, первая. Вторая, третья, четвертая, задняя. Ручник. Шторка солнцезащитная. Сейчас давайте заглушим двигатель. Серийное производство этого автобуса было начато в далеком 1989 году.
И к 2001 году было уже 100 тысяч автобусов произведено за 12 лет. Сейчас давайте переместимся в салон. Здесь расположены предохранители. Две двери, основная, задняя дверь. Экстренное открывание дверей, здесь кнопка. В салоне 25 сидячих мест, общее количество пассажиров 40. Дермантиновая обивка. Два люка в салоне. Механически их можно открыть. И вот с этой стороны. Что удивительно, на этом автобусе сверхчувствительные тормоза. И сейчас я вам расскажу небольшую историю. Эти автобусы у нас тоже на маршруте стоят. Вот. А как-то прекрасным днем я еду в институт. И вот здесь стояла не железная перегородка, а что-то из фанеры. В общем, он, как обычно, был переполнен автобус. И парень, который вот здесь держался и стоял, он практически вот здесь. И водитель резко остановился, то есть до полной остановки. И парень, в общем, локтем проломил здесь вот эту фанеру и даже ударил слегка водителя. Вот такая ситуация произошла. Хочу сказать, что очень чувствительные тормоза на этом автобусе, даже когда ты очень сильно держишься двумя руками, тебя постоянно будет кидать. А в принципе, если ты сидишь, то тебе до этого нет никакого дела. Тебя просто кидают в сторону. Ручки, также вот эти поручни, они мягкие, отделаны дермантином. Соответственно, запасной выход. Он сейчас принудительно закрыт. Нужно снаружи открыть ключом. Вот такой интересный автобус. Алюминиевые вставки на полу. И, соответственно, для вентиляции. Эти стекла тоже можно открыть. Заглушки вот здесь еще стоят. Алюминиевые. Также вот с этой стороны. И как я уже вам показывал, вот этот моторный отсек, зимой водители открывали его полностью и, соответственно, грелись своеобразным таким образом от двигателя. Дополнительное зеркало для водителя. С обоих сторон гудок. Здесь установлен гидроусилитель руля. Я догадываюсь, что это для аудиосистемы заглушка. Еще раз давайте послушаем звучание.
открывание и закрывание дверей. Вот эта кнопка. Обзорность у этого автобуса, конечно, отменная. Большие стекла. Большинство водителей вешают, соответственно, шторки. Где-то вот до сюда, наверное. Но некоторые даже и прикрывают вот эти стекла. А так, в принципе, напоминает такой своеобразный аквариум. Рабочее место водителя сейчас я вам покажу, как оно выглядит. У сидений я не могу сказать, что удобный профиль. Они как бы в меру такие мягкие, набиты, я думаю, поролоном. Вот, и ты упираешься постоянно, можно сказать, спиной. Сейчас их слегка приподняли, а раньше они были вот где-то вот до сюда, я думаю. И ты всегда упирался спиной. Как бы не очень такие приятные ощущения были. Сейчас немного подняли эту боковину. И более или менее сейчас стало удобно сидеть. Соответственно, руководство по эксплуатации здесь. Основные инструменты. Сейчас давайте откроем запасной выход. При помощи ключей его можно открыть. Там стоит датчик, если открыть дверь. В общем, она запищит. Нажимаете. Ну вот, как я уже говорил, она запищит. Запасная дверь. Очень интересный такой факт я вам расскажу. Здесь иногда водители писали, что дверь открыта, то есть мы подходили и всегда садились отсюда. Кто-то из основной двери садился, а кто-то из запасной. Естественно, не все могли отсюда сесть в автобус, потому что необходимо было высоко подняться. Вот как видите, не очень удобно, и держаться за ручку. И таким образом запрыгивать в салон. Вот этот индикатор открытой запасной двери сейчас пищит. Ну и некоторые очень такие продвинутые пассажиры открывали за ручку и, соответственно, выходили из салона, не оплачивая. Не очень хорошо поступая, конечно. Хотя на некоторых автобусах она, соответственно, была заблокирована. Нельзя было открыть снутри. Но на некоторых она была почему-то, видимо, или сломана, или какой-то механизм не работал. И были случаи, как я уже упоминал. То есть пассажиры не оплачивали проезд и, соответственно, выходили из запасного
можно сказать, даже не выходили, а убегали с запасного выхода. Сейчас давайте уже закроем, а то этот писк, наверное, всем уже надоел. И хочу сказать, что до сих пор эти автобусы у нас в городе на маршрутах на некоторых стоят. Не так много их, конечно, уже осталось, но можно встретить. Подсветка, соответственно. На этом обзор автобуса ПАС 2013 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя. Всем хорошего настроения. И увидимся в следующий раз.